Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Это первое видео, которое я записываю в 2018 году. Всех с прошедшими праздниками и наступающими еще. В общем, есть время, хочу немножко поработать. Итак, в этом видео расскажу о монете Davorcoin, вернее, о сервисе, лендинг сервисе Davor. Так вот это все выглядит, и если вам будет интересно, вы можете более детально прочесть в моей статье. Но начнем сразу же с обзора собственно личного кабинета. Почему вообще Davorcoin меня заинтересовал? Сразу скажу, что в моем портфолио эта программа относится к уровню красного риска, то есть зеленый риск минимальный, желтый средний, красный высокий. То есть это достаточно высокого рисковая программа, поэтому я не вкладываю сюда больших денег и не рекомендую это делать вам. Но есть один маленький нюанс. Посмотрите вот на эту табличку. Дело в том, что в 2017 году эта компания лендинговая давала максимальный прирост, ну то есть средний процент в день 1,74. 1,74% в день она выплачивала на протяжении 2017 года в среднем своим инвесторам. Это дорогого стоит. Я объясню почему. Давайте посмотрим, что будет, если мы вставим такую штучку, как $100 1.01.17, например, сегодня, да, под этот процент 1,74 и нажмем на волшебную кнопочку реинвестирования, чтобы получить компаундинг, накопление, да. Что у нас получается? У них есть такая фишка интересная появилась, что когда вы даете лендинг, вот у них появилась авто-реинвест. Когда вы ставите, например, что да, я хочу там внести $100, но у меня там сейчас нет этой суммы, но вы меня поняли, о чем я, да? Вот она посчитала вам, сколько это сейчас будет стоить в этих доворах, соответственно, вы ставите activate, да? Вот, и потом выбираете там дополнительные какие-то штучки и так далее. Нас интересует вот эта функция Active Reinvestment. То есть, как только накапливается прибыль в размере $10, она автоматически добавляется к этим 100 и начисляется на нее уже тоже процент прибыли. Теперь посмотрим, что это дает. Итак, у нас есть $100, буквально через, я не знаю, 3 месяца, смотрите, у вас будет уже $440. Это с учетом того, что вот эти $10, видите, вот они реинвестировались, добавили сюда 110 и так далее, потом стало добавляться больше, потом больше, потом больше. Это простая математика. То есть, если эти люди просто выживут до конца следующего года и все у них будет хорошо развиваться, через 6 месяцев у вас будет $2000 здесь уже, извините, со 100 через год. Ребят, это на голову не наладит, 49 900. Поэтому, с учетом того, что компания продержалась на протяжении года, да, и, в принципе, развивается, сейчас они вывели свою монету на Coin Exchange уже, и, как видите, динамика просто невероятная, да, то есть они, Davor сейчас стоит $55. Ну, это невероятная цифра за год для компании, которая занимается просто лендингом. То есть люди активно инвестируют сюда, есть шанс, что они проживут этот год. Дальше на Coin Exchange они тоже торгуются. То есть это уже внешняя биржа. Находим Davor. Итак, вот так это выглядит на Coin Exchange, Davor по отношению к биткоину. Как видите, динамика очень-очень-очень позитивная. То есть все торгуется не только на внутренней бирже Davorcoin, но и также на внешней бирже Coin Exchange. Еще раз говорю, все, что я вам предлагаю сделать, это инвестировать своих $100, включить функцию автоматического реинвестирования, начиная с $10, и к концу следующего года получить циферку в размере 49, почти $50 000. Значит, заводится очень просто. Вам нужно свой wallet, кошелек пополнить, то есть сделать депозит в биткоинах, да? Нажать сюда, они, соответственно, вам добавят, ну, дадут кошелек, завести и так далее. После чего вам нужно перевести через внутреннюю exchange вот эту биржу в Davor и дальше Start Lending. Здесь есть также профит-калькулятор, вы можете видеть, что если вы, например, вносите $300,
выбираете тут всякие там дополнительные добавочные варианты, то эти 300 баксов через вот такое-то количество дней, 299 дней плюс 120, если добавил коэффициент, превратятся в $1,885. Но эта штука как раз не включает вот этот вот реинвестирование, который, ну, здесь нет еще, не добавили, как посчитать, который я показал вам в своей таблице. То есть, когда вы вносите $100 или 300 и включаете вот эту активную штуку, вот здесь начинают происходить чудеса. Вот эти чудеса. Давайте посмотрим, во сколько могут превратиться, например, 300 баксов. Тоже не такая проблемная сумма, да? Не жалко, собственно, да? Окей, 300 баксов и смотрим. Опять же, уже через полгода с учетом реинвестирования у вас получится 6000, и через год, соответственно, 154 000. Сумасшедшие цифры. Теперь как бороться с жадностью? Что вы можете сделать? Вы можете не ставить, собственно, вот этот вот active, да, автоматическое реинвестирование. Вы можете просто накапливать эту прибыль. Она будет накапливаться у вас вот здесь в кошельке в виде прибыли. Потом выводите в довор, продаете довор на биткоин, выводите свое кошелька. Пожалуйста. Но смысл этих именно компаний, участие в работе именно этих компаний, таких с красным уровнем риска, это то, что вы можете положить $100 и вынуть, там, я не знаю, повторяю, сколько там мы вымем, ну, совсем другие деньги через год, если компания выживет, то есть не проблема. Вынести $100, да, и ничем не рискуя, кроме этих $100, получить 50 штук через год, правда? Совсем неплохо. Поэтому я только поэтому показываю именно эту компанию. Еще раз говорю, это одна и единственная компания уровня красного риска в моем портфолио, который состоит уже из 4 компаний. Дает пассивный доход в минимум 1% в день ежедневно. Всем всего хорошего. Самое главное, опять же, еще раз войдите сюда. Пожалуйста, зарегистрируйтесь вот здесь. Источники, знаете, источниках проверенных источниках пассивного дохода. Введите сюда свое имя, фамилию, ну просто имя и имейл. И вы будете получать непосредственно новую информацию в виде статей о источниках пассивного дохода, в которые инвестирую я, которые проверены временем. То есть вам не надо будет заниматься самостоятельно отбором, просмотром ICO там и так далее. Я все это делаю ежедневно, 6-7 часов в день, я занимаюсь только этим. Вы будете получать эту информацию абсолютно бесплатно. Все, что нужно сделать, просто подписаться сюда на рассылку. Всего хорошего, удачи в новом году!